Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Никита, канал «Живи в Сочи». Сегодня мы с вами находимся в жилом комплексе «Посейдон». Жилой комплекс «Посейдон» – это бизнес-класс на первой береговой линии, я думаю, в представлении не нуждается. Не буду я сейчас опять показывать придомовую территорию, ходить до моря. До моря здесь 5 минут, буквально пешком. Почему мы здесь? Мы здесь неспроста. Здесь у меня сегодня будет для вас два офигенных просто предложения. Предложение действительно классное, цена очень горячая. Я вчера даже выложил в Инстаграм, все ребята пишут, цена черновой квартиры. Более того, я хочу сказать, цена даже дешевле, чем черновая квартира. Две квартиры с ремонтом и мебелью, одна 147 тысяч рублей за квадратный метр, вторая 149 тысяч рублей за квадратный метр. Чтобы вы понимали, давайте объясню для тех, кто захочет написать, что это там не, что это дорого, кто-то мне напишет. Возьмем цены относительно этого места, относительно нашего города, не относительно вашего города. В этом же доме от застройщика самая недорогая 165 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая квартира у нас с ремонтом 165 тысяч рублей за квадратный метр. Если мы поедем от моря, отъедем метров 700, там будут два строящихся дома. ЖК «Каньон 3», ЖК «Гармония 3». В каньоне в третьем на котловане 130 тысяч рублей на первом этаже было. Достигала на высоком этаже, достигает до сих пор 180 тысяч рублей. Год, дом сдастся в 2022 году. Ну, я надеюсь, все понятно. В гармонии третьей ситуация примерно та же самая, только у них 120 тысяч рублей на первом этаже. И такая же ценовая политика с ростом цены, с ростом вместе с этажами. В общем, чем выше этаж, тем дороже квартира. Здесь у нас ЖК «Посейдон», бизнес-класс, первая береговая. Вот сейчас смотрю, это у нас подземный паркинг. Не получилось у меня камеру повернуть. Здесь у нас детские площадки, турники, территория вся озелененная, за которой ходит, ухаживает садовник. Кстати, на подземном паркинге можно машиноместо снять за 3000 рублей в месяц. Если кто-то переживает, что невозможно запарковаться, приезжаю сюда который раз, всегда и здесь запарковаться. Все, давайте, друзья, не будем долго растягивать вступление. Я попрошу ребята подписаться, кто еще не подписан по какой-то причине на наш канал. У нас на канале всегда вот такое все горячее, свежие новинки рынка, горячие предложения, срочные цены. Если ты хочешь купить квартиру в Сочи, тебе нужно обязательно подписаться. Если ты хочешь в ближайшее время купить квартиру в Сочи, тебе нужно позвонить. Мы выслушаем, я конкретно выслушаю. Если у вас ипотека, то Женя выслушает. И что-то придумаем, обязательно решим ваш вопрос. Наши подписчики всегда экономят, покупают чуть дешевле. Кто-то немного дешевле, кто-то более миллиона экономит, если работает с нами. Поэтому, друзья, обращайтесь. Тем более, сейчас хороший очень сезон, хорошее время, да, для покупки квартиры. Как я и говорил, лето у нас оказалось провальным, а сейчас из застройщика можно попросить у застройщика хорошую скидку. Ну и сами собственники сейчас тоже демпингуют. Поэтому, друзья, обращайтесь, все, звоните, с предисловием покончено. Увидимся уже на квартирах. Поехали! Ладно, ладно, время есть, давайте покажу вам чуть-чуть придомовой территории. Смотрите, там турники, спортивная площадка, здесь большая детская площадка. Все это на ночь закрывается, здесь вот люди, видите, бегут. Все в сторону моря. И вот здесь наша вся коммерция. Я пойду пока попью кофе, подожду собственника. Кстати, ребят, все не дойду до квартиры. Смотрите, прикольно. Раки в банке продают. Вообще интересный магазин здесь, все такое. Типа санкционка, я не знаю. Санкционка, да. То, чего не купишь в обычном магазине. Вот тут устрица есть. Вот тут... И как правильно называется? Хамоны. Хамоны, да. Причем цена у них недорогая относительно хамонов в других местах. Да? Вот такая вот красота. Да, мне виднее. И в кофе, кстати, недорогое. И очень вкусное. Вот, видите, ценник. Здесь, ребята, у них управляющая компания сразу. Вот так выглядят подъезды. Это я. Квартира у нас расположена на втором этаже. Оп, заходим. Вот такая вот красотулечка в белых тонах. Я сейчас разуюсь и продолжим съемки. Итак, перейдем к обзору квартиры. Слева у нас располагается санузел.
Здесь у нас спальня. И здесь у нас большая кухня-гостиная. Площадь данной квартиры 44 квадратных метра. Начнем давайте с кухни-гостиной. Здесь у нас кухонная зона, да? Обеденная группа, холодильник Indesit. Вот так, ребят, все здесь выглядит. Шкаф для вещей. Ну, вот эти, конечно, два дивана, ну, что-то надо придумать было. Ну, можете сами что-то тут придумать, симпровизировать. Так, и вот здесь, смотрите, сразу поясню. Здесь мы видим вид на детскую площадку. Мы снимаем вообще видео немножечко не в той квартире, которая продается. Продается она один в один, такая же абсолютно площадь, такой же абсолютно ремонт, но только она находится в этом корпусе. Такое же расположение, только вид там будет не на детскую площадку, но просто во двор другого дома. Все то же самое. Мы не можем снять, потому что там сейчас живут люди. Вот эта квартира сдавалась посуточно за 4000 рублей в сезон. Сезон у нас 5 месяцев. Так, перейдем в спальню. Заходим. Вот здесь, видите, везде умный пол. Ой, умный пол, теплый пол. Умный пол, что-то новенькое. Такая вот красивая кровать, деревянная, да? Изголовье. Ну и она вообще вся. Так, шкаф, кондиционер. Так, на вид мы не обращаем внимания. И вот здесь, кстати, вот напишите в комментариях, как можно использовать вот эту вот площадь, чтобы как-то ее в полезную превратить. Сюда бы, наверное, надо было бы и шкаф поставить. Ну, в общем, когда купите, разберетесь сами. Красивые двери. И давайте, вот это тоже, кстати, шкаф. И давайте санузел посмотрим. Ну, что здесь? Довольно-таки качественный душевой шкаф. Квартира полностью готова, да, для проживания. Либо квартиру покупаете себе эту для отдыха, либо для сдачи. Квартира, в принципе, готовая. Ничего делать не надо. Здесь только местами что-то попереставить. Ну, если хотите, можете какую-то мебель докупить сюда свою. А так, в принципе, готово все. Причем цена дешевле, чем черновая. А тут уже все есть. Вот такая вот квартира, 44 квадратных метра, цена 6 миллионов 500 тысяч рублей. Можно в ипотеку. Звоните, ребята, а мы отправляемся в следующую квартиру. В следующую квартиру она будет у нас побольше. Итак, ребят, следующая квартира. Данная квартира у нас площадью 57 квадратных метров, двухкомнатная. Тоже по очень хорошей цене. Получается у нас 149 тысяч примерно за квадратный метр. Здесь у нас два балкона. Давайте сразу начнем с первой спальни. Кондиционер. Хорошая такая приятная мебель. Так, и здесь у нас, смотрите, первый выход на балкон. Мы на втором этаже. Но, в принципе, вид неплохой. Вот такой вот опоясывающий балкон. Так, возвращаемся. А, здесь у нас кухня-гостиная. Всем этим уже пользовались, все рабочее. Квартира успела поздаваться, а в сезон хозяйка сдавала ее за 5000 рублей в сутки. Здесь еще одна у нас спальня, без выхода на балкон. Такие вот красивые двери. И вот здесь еще один угловой балкончик. Оп. Можем увидеть детскую площадочку, можно отсюда следить за ребенком. Люди идут до сих пор на море, то ли с моря. Так, и санузел. Здесь, кстати, тоже кондиционер,
телевизор, чтобы бытовой техники, да? Так, в этой комнате только нет кондиционера, но я думаю, будет достаточно. Такой большой шкаф хороший, вместительный, и санузел. Санузел. Вот такие вот две квартиры по отличной цене в жилом комплексе «Посейдон». Если у кого-то есть деньги, кто сидел с деньгами, ждал какого-то горячего предложения, это именно оно. ЖК «Посейдон» – это отличная просто инвестиция. Здесь всегда можно и сдать посуточно, и длительно, и перепродать, и все, что хочешь с этой недвижимостью сделать. Первая береговая линия – это вам не хухры-мухры. В общем, звоните, оставляйте заявку на сайте, я вам сам перезвоню. Не тяните, пока эту квартиру не забрал кто-нибудь другой по хорошей цене. Все, всем пока и живите в Сочи. We'll be right back.